Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты Самарского университета имени Сергея Павловича Королева, поздравляю вас с началом нового учебного года и с праздником, с Днем Знаний. Любое общество развивается, когда оно опирается на крепкие знания. Поэтому это праздник, когда отмечается именно роль знаний в развитии общества. Особенно я хотел бы поздравить первокурсников, которые поступили в наш ведущий вуз Российской Федерации и выбрали правильный путь. У них есть возможность получать знания не только по выбранной профессии, но и второе высшее образование, дополнительное образование. Поэтому дерзайте, ребята, в добрый путь. И хотелось бы еще несколько слов сказать о том, что общество, которое отходит от знаний, не только в инженерии, в фундаментальных науках, в исторических науках, отстает везде. Оно, опираясь на знания, будет развиваться и идти вперед. Чего я и желаю всем вам, дорогие друзья. Еще раз с праздником, с Днем Знаний!